54 серии турецкого сериала «Основание Осман», истинная личность Дюндара была раскрыта, и Осман узнал о том, что его дядя предатель. Такое событие для Османа стало большим потрясением, и он не понимает, почему дядя так с ним поступил. Осман стал преследовать Дюндара, и он должен будет ответить за свои поступки. Помимо этого, Осману не понравилось то обстоятельство, что Умур-бей скрывал от него доказательства. Сейчас необходимо добраться до Дюндара любыми способами. Малхун Хатун пытается вернуть доверие Османа, но понимает, что сделать это будет совсем непросто. В этот момент Дюндар-бей узнал о том, что его раскрыли, и он сразу же отправился в замок Энигель. Там он надеется отыскать укрытие у Николы. Для Николы это очень большая возможность достигнуть желаемой цели. Сулейман и Мелик были обеспокоены тем, что Дюндара расшифровали. Савджи хочет лично казнить Дюндар-бея, так как он виноват в смерти Байхоки. Осман-бей создал свою собственную стратегию в соответствии с тем планом, который был у Николы. Также ему удалось устроить коварную ловушку с помощью, которой удалось бы задержать Дюндар-бея. Времени терять нельзя и необходимо как можно скорее привести в действие смертный приговор Дюндар-бея.